На торговую плазу, на большую. Это городок маленький, Кисими. Он находится рядом с аттракционами. Я поставила свою машинку. Я сейчас иду в магазин Guess. Дело в том, что я кое-что купила в магазине. Я кое-что купила онлайн в магазине Guess, и мне не нравится. То есть мне прислали это по почте. И я хочу кое-что вернуть. А чтобы кое-что вернуть, я могу либо отправить это по почте, но опять же потратить деньги на отправку, либо я верну просто сейчас все это в магазин. Hello, how are you? Hi. Все такие счастливые. Hello. Hello. I just called you several minutes ago. Can I return something I bought online? Is it from Jibra? It's from Guess, because we can only return. Сейчас у них на оценке стоят дешевле. 8 с копейками, а не 13. Но они все вернули мне абсолютно всю сумму, которую я сзади, когда вам присылают вещи, сзади написаны все условия. Returns — это возврат, exchange — это exchange — это обмен. И вот тут написано, что 30 дней с момента получения посылки. Так как я посылку получила где-то 25 дней назад, мне как раз оставалось время. Ну, никто собранные магазинчики, аутлеты. Аутлеты, как бы называется, выход или остатки, как сказать по-другому, аутлет. Ну, в общем, тут везде скидки. Ну, хотя сейчас скидки везде, не только здесь. Пойду-ка я погуляю вокруг. Вон там впереди я смотрю спортивный магазин. И вот апартменты, вот позади этих домов апартмент, Азот или Изот магазин. Я же не знаю, была ли я здесь когда-то, либо нет, не знаю. Так все красиво, прохладненько все равно, прохладненько, спинки немножко так поддувает. Пошли гулять. Плохо гулять, когда ничего не надо. Ну, ничего не надо. Ну, все-таки сейчас, может быть, что-то найду себе. Кофе. Мир кофе, Левис. У меня вот джинсы на мне, Левис. Я на них кучу денег отдала. Почти $40. Это вообще двинуться мозгами можно. Так дорого. Я их покупала в фирменном магазине. Ладно, пошли по магазинам. Timberland. Factory Store. Что там? Что-то знакомое Timberland. Если бы я еще помнила, что. И вот Fitting Room, это примерочная. Ли Ранглер. Все, пошли, в детский зашла. Он мне вообще никак детский не нужен. Какой-то Ош-Кош. Чу! Би-Гош. Рибок, мне туда тоже не надо, холодно, блин. А когда холодно, вообще ничего не хочется. И вот тут куча литературы, всяких журналов. А вот это вот, ну, опять-таки, все это бесплатно. Я не знаю, что здесь, аттракционы и всякие скидки и купоны. Это на испанском, это на всех языках. Что это такое, понятия не имею. Это дискаунты, это опять же, это купоны, да, это купоны. И дискаунты, вот SeaWorld, I love Orlando. Короче, куча всякой литературы. Либо тикет. Ага, это вот тут можно купить любой тикет. Тикеты — это билеты. Мне туда не надо, красная рубашка надо.